Приветствую! Сегодня у меня быстренько мукбанг. Сырнички рецепт я рассказывала, они ппшные, на всем кокосовом. Пью ромашку. Аппетит у меня сейчас, ну, совсем никак, поэтому ем понемножку. Буду кушать с протертыми ягодками. У меня, конечно, их мало-мало вообще осталось. Надо свежие просто купить. Так, сахарозаменитель здесь стевия. Муж уже заценил, кстати. Он прямо по запаху сразу и взял, попробовал, когда. Сказал, что очень вкусно. Там внутри кокос. Он немножко необычно похрустывает. И лучше, как я уже сказала, добавить миндальное или кокосовое масло внутрь. Также слепить. И запечь. Печеньками. Я завтра так сделаю. Мне пока выходить нельзя. Муж устал. Завтра купит творог и сделаю. Грецкий орех еще подготовьте. Можно миндальные. Аппетита нет, но вот это вкусно. Я, пожалуй, съем две. У меня уже, правда, ягод совсем перетертых не осталось. Очень вкусно, ребятки. Как же это вкусно. У меня там, по-моему, вишня есть еще. И с голубикой было бы вкусно. Гульную куплю себе голубики на день рождения. Все, будьте здоровы. Стевия у меня здесь в капельках удобно. Но можно порошочки тоже, когда можем массово будем стряпать. Сын еще не попробовал. У меня тоже такое вот все ппшное любит. Посмотрим, попробует, скажу.